Мои хорошие, у нас дождь. Ну как дождь? Чуть-чуть. А настроение прекрасное. Я пошла немножко прогуляться. Тепло. Нужно зонтик купить. Весь день практически просидела дома. Время начала 5, я решила выйти. Начался дождь. Офигеть. Но 17 градусов, тепло. Тепло. Всем доброго дня и отличного настроения. Давайте, давайте. Проходить нужно. Да люди не знают, купили зонтики и пособиться с ними не могут. То спицы вылетят, то еще что-нибудь. Угу. Светофор загорелся, а никто даже не останавливается. Ну что за люди, а? Что за люди? Помните, я вам показывала, как разрушают дом? Вот это было как раз на этом месте. Смотрите, не осталось и следа. Убрали забор, сравняли все с землей, привезли какой-то песок. Все, убрали строение. Вот здесь разрушали дом. Красота. Ну, вот, наверное, будут что-то новое строить. Хотя, в принципе, куда здесь строить вплотную? Лучше бы кафе поставили, да? Да. Ну и вот этот грёбаный шокер-банк. Банк Сахарок. Вот. Вот он, шокер-банк. Я его вчера искала. Но я уже вечером знала, где он находится. Мне Мерт сказал. Офигеть, а? Мои дорогие, я вам просто не имею права это не снять. Дом в горе. Гора. Вот. Гора. И вот дом. Такое возможно только в Аланье. Я оказалась у черта на куличках. Мои хорошие, я вам просто не имею права это не снять, не показать. Я встала, открыла рот. Дом в горе. Смотрите, это гора. Это гора. Это гора, и это дом. Это дом. И вон там дом, близко как. Вы посмотрите. Боже мой, так интересно. Такое странное место. Я, короче, здесь оказалась случайно просто. По одному небольшому делу. Вот смотрите, вот гора. Там кактус растет сверху. И вот дом. Обыкновенный жилой дом. И вот дом. Это гора. Я ничего не понимаю. Грязная. Такое ощущение, что это земля. Надеюсь, она на меня не упадет. Это гора. Ой-о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 й. Такое бывает только в Аланье. Так, ну все, я поднимаюсь выше. Здесь так опасно идти. Это тоже Аланья. Не знаю, сколько метров над уровнем моря. Морской порт там, чтобы как бы, чтобы вы понимали, что я не потерялась. Здесь тоже. Как круто в гору идти. Щик. Русские везде. Картошку пожарить. Там что? Картошку пожарить. Вон морской порт, вон там.
Фу. Розы. Иду, пыхчу. С горочки-то полегче будет идти, чем в горочку. Но ничего. Где наша не пропадала, я уже практически пришла. И понимаю, в каком прекрасном месте я живу. Слушайте, а здесь как в Крыму, все с горы в гору. Туда можно еще выше пойти. Ну, блин, там жить, это вообще-то пипец. Это пипец. Фу. Как будто бы в Греции, да? Бело-голубая тема. Как вы си, Рендж? О, море. Море. Здесь, наверное, потрясающие виды с верхних этажей. Смотрите, тоже дом в горе. Тоже дом в горе. Угу. Котик. Котик, это твоя машина? Темнеет так быстро. Ой, блин. Ой, блин. А вот эта помойка. Ну какая-то, кактусы растут. Слушайте, мне кажется, дорога мощеная в 13 веке. А машины-то вполне, ничего себе, да, ездят. Это может быть дорога к крепости, к Сильжу. А, в крепости вон там. Крепость вон. Слушайте, я тут по каким-то историческим местам хожу. Ну реально, это дорога, наверное, к крепости. Ну потому что по-другому быть не может. Сейчас так дорогу не мостят. Это все какие-то древние завоевания. Наверное, вот так вот дорога. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Крепости. Кактусы, кактусы, кактусы. Плоды кактусов. Цветочки. Как в Америке, да? Тут тоже какая-то движуха. Это под тип гаража. Под тип, да? А, ну все, я вот, наверное, пришла. Скорее всего, вот это желтое здание и есть. Ой, какая красота! Мечеть! Боже! Дайте-ка я посмотрю. Боже, какая красота! Мечеть, море! О, скажите, что это вы тоже видите? Боже мой, какой роскошный вид. Не хочу себя на этом фоне. Красиво. Очень красиво. Дождик закончился. Я вот оттуда спустилась. Вот там была. Дома, наверное, очень счастливы в таком соседстве. Вот с этой постоянной музыкой. Каким бы ты верующим ни был. В 5 часов утра. Но они, наверное, стоят, молятся. У них другого выхода нет.
вот он. Это улочка. Сейчас я уже знаю, куда я вышла. Красота. Море какое красивое. Но море всегда красивое. Всегда. Это вид сверху на морской порт. Потрясающе красивые места, конечно. Время 6 часов вечера. Чуть меньше. Я завершила свои дела. Все. Вот сейчас сделал дело, гуляй смело. Вот сейчас я могу пойти прям вот на гульки. Скажете, какие у этой бездельницы могут быть дела? А вот могут. А вот могут. Если бы я вам рассказала, вы бы обалдели. Но я вам не расскажу. Все с горы и в гору. Лесенки цветные. В Стамбуле такой темы очень много. Наслаждайтесь. А телефон надо покупать. Надо. Отвратительная ночная съемка. Я вам говорила, что я вас люблю. Так вот, говорю. Люблю и с наступающим Новым годом. Уличный фонарь так красиво подсвечивает дерево. Обалденно. Надо же, как хорошо придумали. Смотрите, на что обратила внимание. Вечер, магазин не работает. Спортивная форма вся на месте. Никто ничего не берет. Это вот футболки. Футболки. Никто ничего не берет. Пожалуйста. Люди порядочные. Здесь тоже подсвечен. Стемнело в раз. Как красиво. Так, мне нужно ускорить шаг. Я прям тороплюсь уже. Я уже опаздываю. Проходила, проблудила, какой-то ерундой прозанималась. А небо какое синее, да? Синее, красивое. О, вот, я сейчас здесь спущусь, я сейчас срежу вот этот угол. Блин, как классно ориентироваться. Вот, я сейчас выйду туда, куда мне нужно. Класс. Больше всего радует то, что тепло. Это радует безумно. А здесь такое мужское кафе. Мужчины сидят, играют в домино, пьют чай.